Приветствую всех на канале Светлана Веда. В рубрике «Гости канала» с вами снова я, таро-психолог Татьяна. И тема сегодняшнего видео – как распознать манипулятора в любовных отношениях. Зачем это нужно знать? Ну, это нужно за тем, что от встречи с таким мужчиной не застрахован никто. И очень важно вовремя заметить сигналы опасности, распознать любовного манипулятора еще до того, как станет мучительно больно. Сразу скажу, что очень сложно в такого мужчину не влюбиться, потому что он пользуется успехом у женщин. Он обладает какой-то магнетической привлекательностью. Он очень харизматичен, симпатичен, обаятелен. Он сыпет комплиментами, он внимателен. Он производит очень хорошее впечатление и внушает доверие. Да, но вот про таких мужчин говорят, ну, мачо. Но как понять, сделает ли этот мачо твою сказку о любви былью, или отношения с ним грозят тебе болью, слезами и вообще каким-то разрушением любви к себе самой. Как же распознать любовного манипулятора? Каковы его отличительные особенности, я вам сейчас расскажу. А вы, девочки, следите внимательно и, ну, замечайте, есть ли у ваших ухажеров такие проявления, скажем так, по отношению к вам. Ну, первое свидание прошло у вас просто феерично, просто сказочно, и вдруг он пропал. Он не звонит, не пишет, и вы там уже себе в голове состроили 1000 каких-то сценариев. Я что-то не так сказала, я что-то не то сделала. Ой, я ему не понравилась, или, боже, у него, может быть, что-то случилось. Ну и тут он вдруг появляется. Весь загадочный, толком ничего он вам не объясняет. Опять начинается любовь-морковь. Потом он вновь пропадает. Потом он вновь появляется. И, в общем, вот эта игра, она продолжается. Вас бросает то в холод, то в жар. И, в общем, ну, непонятно, что с этим вообще делать. И когда мужчина разыгрывает такие драмы, я вам скажу, девочки, что он просто хочет произвести впечатление. Его задача сейчас – заполучить то, что он хочет. Его задача при помощи вот этого, знаете, качелей вот этих эмоций подсадить вас к себе на крючок. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Дальше. Он лжет. Причем лжет он так искусно и так красиво, что вы даже не можете заподозрить его в этой самой лжи. Далее, какие еще признаки? А, у него отсутствует чувство вины полностью, но он стремится как-то это чувство вины разжечь в вас. Ну, например, такими фразами. «Ну, ты же сама пришла». Или «Ну, ты же сама согласилась на такие отношения. Чего ты хочешь?» Ну, это ты меня вынудила уйти и хлопнуть дверью, потому что там у тебя было какое-то плохое настроение. Далее. Манипулятор очень любит вызывать сочувствие. Он говорит это такими фразами. «Я так несчастен в браке. И меня вообще никто не понимает. Меня никто не любит. А мы же с вами, девочки, жалостливые. Мы начинаем его жалеть и любить, еще больше подогревая вот эту любовь к нему своей жалостью». Далее. Такой человек, он склонен обвинять в своем плохом настроении или в каких-то жизненных неурядицах кого угодно, только не себя. Причем он может обвинять и бывших, и настоящих своих женщин, я не знаю, начальника, президента, правительства. То есть только не себя, потому что такой человек любит, вернее, постоянно избегает ответственности, не любит ответственности. Для него как ответственность – это своего рода опасность. Поэтому если вы хотите замуж, и ему об этом заявляете, он разорвет с вами отношения, такой человек. Если вы вдруг забеременели, он разорвет с вами отношения.
Если вы заболели, он пропадет на какой-то неопределенный период, так еще и вдогонку он там скажет вам «сама виновата» вот такими фразочками. Далее, человек-манипулятор, он скорее человек слова, чем дела. Он постоянно будет вам говорить: если тебе что-то нужно, ты только мне скажи. Если что-то потребуется, я всегда там тебя поддержу, я тебе помогу. И когда вам что-то требуется, да, когда вы начинаете говорить, ну да, вот сейчас мне что-то надо, то у него находятся какие-то другие дела, и либо он устал, либо он занят, и либо вообще телефон у него недоступен, ему не дозвониться. И что самое важное, девочки, надеяться, что такой человек изменится, это просто бессмысленно. Потому что сам он не видит ничего неправильного в своих действиях. Сам он вполне доволен своим внутренним состоянием и образом мыслей. Поэтому, если вы сейчас распознали любовного манипулятора в своем ухажере, единственный совет, который можно дать, включите инстинкт самосохранения и бегите, пока он вас не разрушил. Если вам посчастливится выбраться из этих отношений, а это довольно-таки непросто, то имейте в виду, что манипулятор обладает способностью возвращаться. И не потому, что он осознал, что он любит вас, и только с вами ему было хорошо, а для того, чтобы проверить, сидите ли вы еще на его крючке. И если он вдруг почувствует, что вы хотите соскочить, он будет вас возвращать. Прежде чем вы захотите вернуться, если вас потянет обратно к нему, то вспомните, из-за чего вы расстались. Подумайте, насколько для вас сейчас важно то, что послужило причиной разрыва. И если это для вас по-прежнему важно, не поддавайтесь его чарам, просто гоните. Бывают такие ситуации, что, ну вот встретила я одного такого манипулятора, рассталась с ним, тут же подкатил другой, практически такой же, опять я с ним рассталась и опять попался такой же третий. Вот тут уже, дорогие мои, нужно задуматься о том, почему ваше поведение, какие у вас есть шаблоны поведения, которые привлекают как магнит вот такого рода мужиков. Подумайте, что вы такого делаете, да? Или, может быть, вам нравится чувствовать себя жертвой? Или, может, вы получаете какое-то удовольствие от боли, которую вам причиняют мужчины? Об этом подумайте, чтобы в очередной раз точно такого же мудака, извините за выражение, не привлечь. И в заключение, что я хочу вам сказать. Не думайте, что все мужчины такие. Мужчины, они хорошие в своем большинстве. Всем удачи, любви и избегайте манипуляторов. Всего доброго.